Сегодня в Казани открылся 5-й международный фестиваль современной культуры «Кремлин Лайв». В этом году он начался на 2 месяца раньше, чем обычно. Организаторы обещают, что теперь фестиваль станет летним. Под открытым небом выступят джазмены, модельеры покажут коллекции, приедут мировые знаменитости. Подробности у Екатерины Белаловой. Тысячи уникальных изделий из разных уголков страны в Казанском Кремле. Каждый дизайнер удивляет по-своему. В основном вещи легкие, воздушные, как этот ободок, и оригинальные, как этот браслет из микросхем. Материнские платы, видеокарты, модемы дизайнеры Саратова собирают по знакомым и компьютерным отделам. Из этих никому не нужных вещей рождаются шедевры. Однажды я приехал в сервисный центр, мне просто отдали, сгрузили полный багажник этих материнок, они у них просто на выброс были. Я забрала. Кто-то приносит по одной вещи. У меня была специальная акция. Я дарила скидку либо подарок за то, что люди приносили мне. Мне очень много принесли люди, потому что очень многие люди хранят у себя это дома, и им жалко выбрасывать, потому что это красиво, но применение этому они найти не могут. Шкатулки, аксессуары, сумки, одежда, мыло – все ручной работы. Диляра Троценко из Казани по профессии прокурор. Окончила юридический факультет, но решила посвятить жизнь искусству. Ну, я всегда знала, что я творческая натура, и мне нужно развиваться совсем в другом амплуа. И после рождения сына я открыла в себе талант, когда дома сидела, что я могу как дизайнер выступать. Sunday Up Market, так называемый воскресный рынок, открывает фестиваль современной культуры. Завтра выступит президент Кремлин Лайв Игорь Бутман, группа Джайв, французский коллектив Мустанг. В этом году ждут группу Тесла Бой. Команда редко выступает в России, до этого давали концерт только в Москве. Екатерина Белалова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.